Под Киевом изнасиловали 24-летнего полицейского охраны. Все произошло в Василькове. Молодой человек в свободное от службы время познакомился в супермаркете с двумя мужчинами. Те предложили поехать к одному из них домой выпить. Во время застолья собутыльники поссорились. В результате мужчины избили полицейского, а потом изнасиловали. Сейчас подозреваемых ищут. И хотя уголовное производство открыто, в полиции пока не подтверждают и не отрицают факт преступления.